Добрый день! Мы присутствуем с вами на стройке. Эпохальное событие. Последние кубометры бетона заливаются в строящийся дом, за которым мы так тщательнейшим образом наблюдаем. Как раньше говорили, эпохальное событие нашей пятилетки. Итак, сейчас немножко изменим ракурс. Мы на крыше дома, который будет сносить, где сейчас бытовки я покажу. Очередная бетономешалка. И сейчас пойдут последние кубы. После этого у нас уже остается здесь только отделочные работы. И вот пошел бетон. Фундамент нашего дома, который уже давно залит. Последний этаж. Я уже рассказывал, отделочные работы на нижних этажах идут, и сантехнические работы, и все, что положено, а верхние этажи заливали. И вот все, это последний. Сейчас здесь будет шум, поменяем ракурс и снимем с другого. И зайдем внутрь, посмотрим, как сейчас там продвигаются работы. Последний этаж весь в лесах, а вот тут вверху сейчас льют бетон, колонны. Последние завершающие работы, связанные с бетоном. Наверх подниматься не будем, поскольку там самое пекло, так сказать. А вот и наша Ольга. Оля, добрый день. Поздравляем вас с успешным окончанием очередного этапа. С успешным выполнением плана пятилетки. Да. Вот такая панорама сегодня на этом этаже. Но не так уж много времени пройдет, и здесь опять будут стены, квартиры, а там уже и вселятся жители. Вот армируют. Еще раз покажу, кто-то говорил, что сварка нет. Смотрите,
Все как положено, проволока. А вот еще лестница. Наверх еще не готово. Мы, скажем так, на предпоследнем этаже он готов, а верхний сейчас готовится. А вот мы в квартире Игоря, который просил снять и прислал даже донат. Вот представитель застройщика. Поздравляем вас с успешным окончанием строительства. Вот его квартира. Вот такой будет у Игоря вид. Я сказал или нет? Спасибо Игорю за донат. Вот, пожалуйста. Такая красотень. Ну, сейчас, конечно, тут еще все пусто, как было пусто раньше внизу. Но скоро, очень скоро. Помните, как мало времени внизу было такое же? А теперь там квартиры. Как там в служебном романе, помните? Лия стоял с Самохваловым, когда танцевала героиня, плачущая постоянно. Стоял лес, мы ездили, а теперь там город. Вот и тут, пожалуйста. Всего несколько лет тому назад вот здесь вот этого многоэтажек никаких не было. Были вот эти. И все. А теперь видите, какая красота. Там будет дальше объездная дорога, и уже вот осваивают те места. А в этом районе Махмутлара, ну, сейчас, наверное, против солнца плохо видно будет. Но, тем не менее, там реально уже, реально, вот там, уже огромнейший микрорайон. Уже скоро сам вот этот, вот эта часть, вот эта, которую я показываю, скоро будет по объемам, так сказать, по количеству домов и проживающих больше самого Махмутлара. Да, казалось бы, такой вот аппендицит, да, на границе с Каргиджаком. Вот на горе, вот там вот виллы, вот там на горе, тоже Каргиджак. Вот такой вид, такая квартира. Смотрим на дом с этого ракурса. Бетономешалка. Работает очень шумно. Но уже, вот видите, уже сложно наверх смотреть. Небоскребы, небоскребы. А я маленький такой. Очередной дом, можно сказать, построен. В этом комплексе будет еще один дом чуть в стороне, но к нему приступят попозже. Уложены последние кубометры бетона. И вот эта шайтан-машина покидает стройку. Сегодня она здесь была в последний раз. Последний раз для этого дома. Уехали бетономешалки, уехала эта машина. Закончено строительство. Коробки дома. И теперь все сосредоточатся на отделочных и внутренних работах. Для этого дома начинается новый этап строительства.
жизни, так сказать. Уже немного времени, и здесь будут попрощалась машина со стройкой, вы слышали? Еще немного здесь будут жить люди. А на месте вот этого дома, где мы сейчас, откуда снимаем, будет бассейн.